Всем привет! Спустя две недели после презентации iOS 14, Apple выпустила iOS 14 Beta 2 для авторизованных разработчиков. Номер сборки 18.5.319. Согласно описанию обновления, в нем были устранены обнаруженные ранее ошибки и выполнены улучшения, направленные на оптимизацию и повышение стабильности работы iPhone. Размер прошивки – около 850 мегабайт. Итак, что нового? Ограничение на установку. В iOS 14 Beta 2 нельзя установить новую прошивку, пока проигрывается музыка. Новая иконка календаря. У приложения «Календарь» появилась новая иконка в iOS 14 Beta 2. Новый виджет файлов. Приложение «Файлы» теперь имеет опцию виджета для быстрого доступа к файлам, который вы недавно открыли. Новая иконка часов. Стрелки на иконке приложения «Часы» стали немного толще. Улучшенный виджет напоминаний. Теперь он показывает первые напоминания, а не только количество ваших напоминаний. Удаление приложения из библиотеки. Теперь можете не только убрать приложение из библиотеки, а сразу же удалить его с устройства. Отключение анимации в музыке. В приложении «Музыка» появилась новая настройка, которая позволяет вручную отключать анимированные обложки. Вибрации в приложении «Музыка». При нажатии кнопок воспроизведения, паузы или ускоренной перемотки в приложении появляются новые ощущения. Изменение режима «Картинка в картинке». При двойном касании окошка теперь можно переключаться между тремя его размерами – маленьким, средним и большим. Ранее были только маленькие и большой размеры. Новая иконка семейного доступа. В приложении «Настройки» появился новая иконка семейного доступа. Цвет кнопки добавления нового виджета соответствует основному цвету приложения. Это все изменения, обнаруженные в iOS 14 Beta 2 на данный момент. Если найдете еще какие-нибудь, делитесь ими в комментариях. Ставь лайк, если тебе понравилось, все было полезно, и подписывайся. Жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.